И снова здравствуйте. Мы продолжаем эксперимент в офисе. Мои коллеги подняли вопрос о том, что не у всех есть возможность переодеться в спортивную одежду. В связи с этим сегодня я буду выполнять данное упражнение в офисной форме. И где нужно, я буду немного снижать интенсивность. Главным предметом тренировки сегодня у нас будет обыкновенная коробка с бумагой, которая есть в каждом офисе. Мы продолжаем работать в режиме табаты. 20 секунд мы работаем, 10 отдыхаем, как и на прошлой тренировке. Итак, первое упражнение у нас оверхед с коробкой над головой. Второе упражнение – выпады на левую ногу с отягощением в руках. Это та же самая коробка. Третье упражнение – выпады на правую ногу, также с этой же коробкой, отягощением. И заключительное упражнение у нас будет отжимание с упором на коробку, хват чуть уже плеч. В процессе выполнения комплекса большой разницы не почувствовал между спортивной одеждой и офисной, поэтому занимайтесь в том, что есть. Для базовых упражнений это несущественно. Итак, закончились 4 минуты моей тренировки. И несмотря на все отговорки офисного планктона, я доказал, что в офисной одежде можно тренироваться. Сильно даже не вспотел. И поэтому мы продолжаем наш проект. Увидимся в следующей серии. А теперь ты хочешь похож быть как на меня? Я бы с удовольствием, у меня шея болит.